Современный способ борьбы с нарушителями природоохранного законодательства применили на практике сотрудники Росприроднадзора Югры в Советском районе. Организаторов несанкционированных свалок, бытовых и промышленных отходов в лесах выявляют при помощи фотоловушек. О том, кто попадает в кадр таких камер, мой коллега Максим Красный. Вообще-то такие фотоловушки предназначены для того, чтобы фиксировать миграцию диких животных. Ну, лосей, например. Но здесь мы с такой фотоловушкой совсем для других целей. Мы попробуем найти и поймать нарушителей природоохранного законодательства, которые оставили здесь вот эту кучу отходов. Технология крайне проста. На месте, где обнаружена несанкционированная свалка, устанавливается скрытая фотоловушка, которая без всякого участия человека терпеливо ждет, когда в пределах ее обзора появится движущийся объект, а затем начинает съемку. Вот, например, автомобиль в лесу, недалеко от Советского. Обратите внимание, прицеп полон различного хлама. А вот через пару минут та же машина отъезжает уже с пустым прицепом, а неподалеку появилась новая несанкционированная свалка. Ну а дальше остается лишь оформить бумаги и направить дело в соответствующую инстанцию. В 2019 году установлено нарушений с применением фотоловушек 15, а в 2020 году уже 51 нарушение выявлено. В 2019 году 11 лиц привлечено к административной ответственности, как и юридических, так и физических, а в 2020 году уже 38 привлечено к административной ответственности. Кроме мелких нарушителей с бытовым или строительным мусором, при помощи фотоловушек пресекаются и куда более масштабные правонарушения. Это, например, окрестности Агириша. Прекрасно видно, как нерадивый индивидуальный предприниматель сгружает отходы лесопиления на лесном участке. Последствия такого складирования порой бывают страшными. У нас очень много таких вот проблемных участков, поселений в Советском районе, где не считается зазорным вывести отходы лесопиления, горбыли, пил куда-то в лесной фонд и оставить это там. Учитывая пожароопасные сезоны, вообще опасность возгорания, самовозгорания вот этих отходов, мы стараемся это все пресекать. Выявляются при помощи фотоловушек и другие правонарушения. Вот в объектив одной из них попала супружеская пара, которая ночью на территории особо охраняемой природной зоны расставляет запрещенные законом капканы. Браконьеры также были привлечены к ответственности. Главным доказательством их вины послужили эти кадры, снятые умным прибором. Надо сказать, что сами фотоловушки являются собственностью природнадзора Югры, а потому при обнаружении ее лучше не трогать. Даже прикрыв чем-либо объектив камеры, вы уже можете понести административное наказание, не говоря уже про порчу техники или ее хищение. Хищение фотоловушки будет квалифицировано по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Такие случаи были уже? Были такие случаи. Обращались мы в МВД России по Советскому району. Наша доблестная полиция оперативно сработала, фотоловушки были найдены. Кстати, на каждой фотоловушке размещена информация о том, что трогать ее запрещено, а также телефон ответственного за прибор сотрудника природнадзора. Количество установленных ловушек постоянно растет, расширяется и территория их применения. Потому есть все основания надеяться, что количество правонарушений в лесных зонах Советского района пойдет на убыль. Максим Красный, Владимир Борчин, телеканал «Первый Советский».